Друзья, всем привет! Сегодня пару слов расскажем про вот такой мульчерный комплекс. Это ОС-280 с мульчером Сират, модель FX5 с диаметром ротора 625 мм. Мульчер проработал уже порядка 2 месяца. За это время было расчищено порядка 40 гектар. Вот в данный момент сейчас пробило колесо. Ну, это распространенный момент при работе на расчистке. Вот пока ребята меняют колесо, расскажем пару слов. Сам мульчер способен измельчать деревья по паспорту до 40 сантиметров. В реальности нормально он работает с деревьями до 35 сантиметров. Ну, 40-сантиметровое дерево, естественно, надо еще и поискать. И мало кто использует такую древесину для того, чтобы ее измельчать. Вот установлен гидравлический капот. Он необходим для того, чтобы еще мельче измельчать порубочные остатки. То есть, грубо говоря, открыли капот, подъехали к дереву, дерево измельчили. Далее мы закрываем капот и по этому дереву приезжаем еще раз, если хотим добиться максимально мелкой фракции. Также гидравлическая валящая рамка. Ей можно, учитывая то, что эта рамка может опускаться до самой земли, ей можно как разгребать деревья, которые уже свалены, также и просто валить дерево от себя. Вот с двух сторон установлены ремни, фиксированные ножи. Зубья проработали уже 40 гектар. И как вы видите, сами наплавки из карбида вольфрама еще живы. Все на месте. Каждый зуб жив, цел, невредим. Даже те, кто... Даже зубья, которые покупались на запас, еще не были использованы ни один. Хотя по этим зубьям попадали и трубы НКТшки, и всевозможные бетонные плиты. Но они выжили. Хотя обычно эти зубья очень боятся металла. Пару слов про лыжи, на которых ездит сам мульчер. Вот, они здесь стираются. Это нормальная история, они должны стираться. Они сделаны для того, чтобы стирался не корпус мульчера, а стирали сами лыжи. То есть даже когда они сточатся, скажем так, практически в ноль, вы можете либо дозаказать новые, либо, как чаще все делают, просто наваривают туда еще один лист металла. И еще несколько лет работают. Для ОС-280 мы делаем другие гидравлические шланги, потому что обычно, если у трактора, грубо говоря, выходы гидравлики находятся вот здесь, и он требуется шланг короткий, у ОС-ки подключение гидравлики находится немного сбоку, вот, поэтому приходится делать немного другие шланги. Но это, в принципе, мелочи. Вот сам кардан здесь установлен на 20 шлицов с левой и с правой стороны. И мы всегда советуем ставить хвостовиком на 20 шлицов, так как он самый большой по диаметру. Пару слов про саму машину. Это Полесье, также его называют ОС-280. Самое главное, что вы должны сделать, если вы собираетесь заниматься расчисткой с Полесьем, нужно установить защиту днища. И не обязательно делать ее настолько толстой, как здесь. Здесь толщина металла 1 сантиметр. В принципе, достаточно 5 миллиметров сделать, но такого точно никогда не пробьете. Если в вашем хозяйстве присутствуют исключительно Джон Диры, Нью Холланды и так далее, и у вас оператор никогда в жизни не ездил даже там на МТЗ, то я не советую вам покупать непосредственно Полесье, потому что, учитывая, что ваш оператор привык просто сидеть всегда в кабине, а с этой машиной потребуется дополнительный уход. Ее нужно будет периодически подтягивать, то есть хотя бы раз в пару дней выделять на то, чтобы пройти вокруг машины, посмотреть, может где-то что-то разболталось, и подтянуть. За этим нужно будет обязательно следить. Также прошу заметить, здесь с завода должен стоять двигатель на 290 сил, это турбированный двигатель ЕМЗ. Здесь же движок заменен, здесь стоит ЕМЗ 238 без турбины, 240 кобыл. Однако он этот мульчер в любом случае тянет, это вам на заметку. Если у вас накроется заводской движок, вы можете заменить его на менее мощный другой, и все равно работа у вас будет получаться. В общем, если перед вами стоит задача по расчистке территорий, расчистке сельхозполей, расчистке ЛЭП и всевозможных, нефтяных труб, смело звоните по номеру, он есть вот тут, также он есть в описании. Сможем вам подобрать как вот такой комплекс, ОС-ки есть в наличии, мульчеры есть в наличии. Также мы можем вам подготовить тракторный комплекс, гусеничный комплекс, экскаваторный комплекс и так далее. А с вами был Вадим и компания «Система». До новых встреч!